Кто там? Да. Сергей Соболев. Ну? У жены вашей схватки. Слушай, Хана, ребенка сбил. Да ладно нахер. Где? Шестой километр, на выезде. Так. Так, блядь. Подожди. Видел кто, нет? Нет. Точно? Точно нет. Так. Ну и сваливай оттуда. Да куда я уеду? А, родаки там, что ли? Мать. А ребенок-то живой? Ребенок живой, я спрашиваю. Да нет, мертвый. Так, ну что, вытаскивай тебя. Сегодня дежурный был Орлов, операция в Карпуле. Толя, кстати, в наряде. Ну что, делаем? Короче, бери Меркулова сюда, быстро! Ага. И чтоб лишних никого. Так, понял, да. Все, давай. Все, давай. Да
жена что? Машину жалко, свободен. Ну как знаешь. Куда ты поехал, урод? Рассказывай. Короче, еду. Эти двое дорогу переходят к остановке. Оттуда? Тормозить опасно, гололед. Если только на обочину. Я газу, а пацан с дуру побежал. Я вправо, влево, по тормозам. Глупо. Свидетели были? Нет. На, держи. Точно? Точно. Точно. Завязывай, Паш. Значит так, мужики. Ушей лишних нет, глаз тоже. Сейчас валим отсюда, и нас тут не было. Пусть потом докажет. Ты сдурел, что ли?
Слушай, сейчас такой геморрой начнется, хлебнешь говна. Нет, я сказал. И что мы делать будем? Пошли. Куда хоть ехал-то? Час назад позвонили, Надя рожает. Она у тебя в Рязани, что ли? Да, на сохранении была. Я думал, у меня голова болит. Понял? Понял. Понимаете, мы дорогу переходили, а он несется, как чумовой. И главное, знаки перед носом, понимаете, перед мордой у него. А он их не видит, скотина. Вы не верите? Я верю, верю. А потом он запер меня в машине. Запер и не выпускал. Запер, пока ребенок умирал, понимаете? Да выпейте, выпейте. Сволочь. Выпейте, легче будет. Нет, 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 до конца надо. До конца, до конца, до конца. Его что, отпустили? Да нет, конечно нет. Но не могу же его рядом с вами посадить. Вы отдыхайте. Отдыхайте. 2.17, 2.17. Авария на выезде, 6-й километр, сбит ребенок. Скорую опергруппу. 2.17, понял тебя. Запрос подтверждаю. Минут 20, Толь. Значит, смотри, Соболев едет оттуда, видит бабу с ребенком, которые идут по этой стороне к остановке. Записывай, записывай. Скорость начинает сбрасывать еще до поворота, поэтому за знаком уже 50. Так, значит, продолжает ехать, эти идут навстречу, он дает два предупредительных сигнала. И когда уже подъезжает к остановке, пацан начинает перебегать дорогу. Ну, там уже по тормозам, гололед и в кювет. Тормозной путь сколько? 10? 10. 10? Какие же 10? Здесь все 30. Слушай, ты пиши, что тебе говорят, ладно? Скажешь потом батарейки сюда. Пошли. Телефон можно ваш? Да, берите. Может, вам укол сделать? Мужу позвонить нужно. Мальчик-то зовут как? Коля. Коля Гуторов. Чуть погромче, пожалуйста. Коля Гуторов. Мальчику сколько лет? 7. Тело увозит. Снимать будет, той. Батарейка села. Ребята, ребята, помогите. Так. Ясно. Ну-ка, родная, да, сейчас обычно. Полегче будет. Спокойно. Дышим ровно, медленно. Вот так. Все хорошо будет. Внутривенно делаем. Ты кровь у нее сначала возьми. Да не, не надо, мы все, сворачиваемся уже. Я говорю, кровь сначала возьми у нее.
Так и было? Еще раз спроси. Понятые нужны. Слушай, в городе кто-нибудь подпишет. Первый раз, что ли? Мне сейчас эту бабу допрашивать. Скажет потом... Ничего она не скажет. Она через раз в обморок падает. Что она потом вспомнит? Подписывай. Слушай, Коль, дай я с ним потрещу. Ты знаешь что, отдай его мне. Я с ним сам до часа доеду. Забирай. Только ты дежурки. Ну? Ты, Коля, зубы-то спрячь пока. Меня же еще вроде не закрыли, а ты уже борзеешь. А то поставлю в патруль на село, будешь коров гонять. Понял? Я тебя понял, товарищ майор. Ну, не вбегай же. Зубы пробует? Урод. Толя! Толь! Вы в порядке? Да. Нормально, точно? Точно. Там показать не давать. Короче так. Кровь у нее взяли, а грамм 200 в ней сидит. Я через часик в больничку сгоняю, заключение возьму и порядок. Все? Расход. Пропускать можно. Ладно, открываем движение. Ну что, Серег, нормально? А, нормально. 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 Ну так, я же видел их! Видел! И остановку, и знаки! Почему? Почему? Чистоту серой. Был бы мой пацан, я бы тебе твои яйца на твой же бампер намотал. Своего говна жалко, а тут ребенок. Как она там? Нормально. Ведь ты же не мразь, не сволочь. Живешь как человек, две дыры при исполнении. Но слетела крыша на радость. С каждым может быть. Вы ждали-то сколько? Пацану, наверное, лет 7 было, не больше. Ну, решай сам. Еще не поздно. Алексей Павлович, случилось. Панкратов? Угу. А Бобцин с тобой? Да, со мной. Сейчас дам. Да, Алексей Павлович, здравствуй. Ну что, вляпался? Да, вляпался. И чего делать-то думаешь? Я в роддом. Какой роддом? Ну, давай ко мне и пусти. Хорошо, сейчас будем. К нему? Угу.
Там место-то хорошее. Там рынок можно сделать, парковку, ресторанчик рядышком. Так что тянуть-то? Давай сноси-то эту общагу как аварийную. А ты ищи подрядчиков. Ну, а я, если кто упрется, я объясню. Сейчас борщичка горячего накатим. Да подождите, дайте поставить. Давай я сам. Иди вторым занимайся. Ну, идите. Мужики, садитесь. Только тихо там. Лена, еще две тарелки. Да нет, спасибо. Ну, не хотите, как хотите. А можно там потише? Да сказал уже. Ну еще скажи. А почему не в школе-то? Эпидемия в школе. Полкласса гриппом болели. Ребята, идите сюда. Не мешайте. Идите на юг, ребята. Ну, Булаков мне звонился и сказал вкратце, что к чему. Ну, у вас вроде там все складно получается. Но эта баба на свое визжать будет, так? И вот ты мне скажи одно. Да, я виноват. Да мне до лампы кто виноват. Ты мне скажи, вы грамотно все продумали? Да, не подкопаешься. А не вскроется, если она будет визжать до упора? Бестолку, может хоть глотку порвать. Она мать, как ни крути. А вой поднимет на всю область. Ну, ладно. Значит так, отвезешь его в часть, в клетку посадишь. И пусть сидит. ВСБ накатит, а он закрытый, как положено. И чтоб ни заусенцев, ни претензий лишних. А бабу эту ломайте. Ломайте, как хотите. Но чтобы она басню вашу подписала. Зачем ее ломать-то? У нас же все факты против нее. А если что, на суде она... Какой суд? Очнись. Суд. Нас сейчас только собаки не кусают. О, сплошные проверки. Так и рыщу, чтобы с кого-нибудь штаны снять. А тут замначальника РУВД прижать. Шутка, что ли? Они все отделение раком поставят. И меня с вами. Не, нам шумиха не нужна. Вон, Андрей Васильевича, выборы на носу, да? Строительство мы затеяли. Надо, чтобы в городе все было тихо. А подпишет, суда не будет. Если... Без если. И делайте, ребят, все красиво. А то накажу. Сделаем. Ну что ты там все носом в пол-то тычешь? Виноватым себя считаешь? Ну, так сбил ведь. Того ребенка не вернешь. А вот своего тебе поднимать надо. На ноги ставить. Ни канифоль мозги, ни себе, ни нам. Свободны. Thank you.
Короче, закрой меня, как он сказал. А с бабой не очень. Дави на градус в крови. И вообще не трогай ее. Если откажется, отпусти. Угу. А нас потом грохнут? Меня понял. Понял. Урода этого взяли? Да. Где он? В изоляторе. Увидеть можно его? Зачем? Все, приехали. Спасибо. С меня цветы. Обязательно. Зайдешь ко мне через час. Да убери его отсюда. Я тебя поцелую, друг. Давай. Стой. Вы, куда полез? Куда? Куда? Убери его. Ну ты держи его, что ли? Пойдемте. Бойца выше в горло. Что такое? С войны, что ли? С какой войны вон Баранова привезли? А, друзья! Бой нормальный. Прикинь, ну третью неделю он не просыхает. Мать гоняет каждый день. Смотри, сухой. Задолбались ездить. Приедем забирать это, нас матом кроет. Ты зачем? Я ему говорю, либо ты ее кроет, или кто тебя. Это же мой. Сколько можно ездить, Баран? Каждый день приезжай. Каждый день приезжай. Вожу. Ужье хотите? Потом поболтать. А, да, простите. Пойдемте. Женщина, домой иди. Старпов, ко мне! Спокойно. Спокойно. Стой, кто ты ждешь? Как они меня достали, Паша? Слушай, давай потом, ладно? Короче, выпускай. Выпускай. Нет, тебе разговор больше нет. Открывай. Мозги тебе. Девочки, свобода! Ну, что там, Соболь? Ну, ты видишь, нет? Слушай, Бурлаков не заходил тебе? Сегодня нет. Что? Ну-ка, побыстрее, побыстрее. Успокойся. У тебя завтра гроб. Эти дурачи, Шершавин.
шалой. Ивлева, за языком следи. Слушай, Георгий, засада. Займи денег на похмелку. Вчера завьяло он так. Слушай, завьяло пили. У него извини. Все, давай. Ну пьет мужик. Пойдемте. Нормально? Я нормально. Не плачивает. Так, что, Тополев, убери ее нахрен отсюда. Пойдемте. Да куда нести наши кровь, Анчутка? Чтоб не на тебе ни покрышки. Чтоб глаза твои бесстыжие сгнили. Чтоб жена твоя мертвых рожала. Комиссар, разошлись. Пойдемте. А ты что, мне их привез? Нет. Давай я с ними. Наверху народ пришел, заявление писать. Слушай, забирай, а с этим я сам. Заходите. А вы здесь подождите, ладно? Я ее одну не оставлю. При всем уважении. У нас здесь не частная лавочка. Я что? Без него не пойду. Заходите. Что они у тебя тут стоят? Веди их куда-нибудь. Куда? Туда. Куда? Ирина Михайловна, вот ваши показания. Засуетились там, на месте забыли. Уж извините. Ручку можно? Да, конечно. А вот это показания водителя Соболева. Простите. Какой смысл? Может, вы нас уже отпустите? К сожалению, смысл есть. Читайте. Читайте, читайте. Это же неправда. Это неправда все! Я не пила! Тихо, Ира. Я не пила, он гнал как чокнутый! Тихо, Ира, подожди. Там знаки были. А он ехал 100 километров, не меньше. А сигналить начал на самой остановке. Небольшая длина тормозного пути говорит в пользу Соболева. Он ехал со скоростью не больше 60. Странно, что вы этого не видели. И почему мальчик выбежал на дорогу перед самым бампером? Так машина далеко была. А он проскочить хотел. И втопил так, что ребенок не успел среагировать. А может, вы просто не видели машину, Ирина Михайловна? Сами сказали ребенку переходить дорогу. Я что, дура? Нет, я слепая. Вот в показаниях Соболева утверждается, что от вас пахло алкоголем. Вы пили перед происшествием, Ирина Михайловна? Я не пила. Я Колю забрала от матери и домой.
Но если вы не пили, откуда у вас алкоголь в крови? Тест брали у вас там же, прямо на месте. Так это же вы мне налили. Я налил? Но не вы! Гаишник ваш! Сказал, успокойтесь, пейте. Сотрудник ГИБДД не имеет права провозить в патрульной машине алкоголь, тем более давать его участникам аварии даже в самой напряженной эмоциональной обстановке. Это регламент. Твари. Какие же вы твари, а? Вы же все здесь сговорились, да? Вы же все заодно здесь, да? Он кто тебе, родственник? Брат жены, кто он тебе? Не кричите, Ирина Михайловна. Не надо необдуманных обвинений. Я понимаю, вам больно. Но не усугубляйте ситуацию. То, что вы сейчас подписали, уже является лжесвидетельством. А речь идет о судьбе молодого офицера, который ничем не запятнал свою репутацию. Офицера, говоришь? Из ваших? Я предлагаю признать показания Соболева правдивыми, признать, что ребенок выбежал на дорогу по вашему недосмотру, иначе вся эта ситуация будет иметь для вас очень тяжелые последствия. Я не шучу. Подумайте. Нет. Чего ты упираешься, дура? Ты как разговариваешь? Рот закрой. Чего ты хочешь? Об стенку головой биться? Первый день живешь, что? Ах, как дети. Слышь, ты... Не надо! Не надо! Не надо! Не надо! Полежи, пока не вставай. Давайте по-нормальному, ребят. Факты у меня есть. Ничего у вас не выгорит. А если выгорит, город маленький. Вам тут жить. Мы в суд пойдем. Ну, ползи. Здесь за углом добавить для скорости. Подписывай. Да пошел ты, скотина! Не хочешь ты по-людски. Не хочешь. Нет! Не надо! Не надо! Еще раз вмажу, дураком останется. А себе синяк посажу, и хрен чем не будет. Нападение при допросе. Подписывай. Подписывай! Достань.
Чем мужик? Ну что, там приехали? Закрывай. Финиш. Держи. Серый. По-другому никак. Я же тебя просил. Ты понимаешь, что ты надел, придурок? У нее ребенок в морге. Не повезло. Это я виноват, ты понимаешь? У меня этот пацан перед глазами до сих пор стоит. Ну и не ори. При себя, что ли, делал? Тоже в морге лежать хочешь? Хорош галдеть, мусора! А даже в базаре голова пухнет! Устроили тут, как на суде, блин! Виноват, сиди! Не виноват, живи спокойно! У нас сейчас на тюрьму по вашему, чтобы в магазин сходить. Ребенок у него перед глазами. Ляг, поспи! Может, пройдет? Старшина! Давай на выход. Ну, как знаешь. Закрывай. Ты знаешь, что у него в голове? Так, как все было на самом деле? Да как с тем мужиком в январе. Ехал с работы, никого не трогал. А ты его башкой об капот и в канаву. Лежит сейчас овощем в коме. Через трубочку дышит. Как все было в протоколе? Что пьяный мужик с монтировкой напал на офицера при исполнении, так? Галя, что ты стоишь? Иди отсюда. Чего ты его дрочишь? Пополам треснет. Заедает. Заедает. Ну, ты что, харчками, что ли, палить будешь?
Вы что, мужики? Раньше времени ждали? Только за хрен и стакан можете держаться. А ну собрались! Охроби обмоемся! Зоны найдите быстро! Такая канитель, что ли? В общем, если что, погоны со шкурой сорву, понял? Ну что, лап, где патроны? Да были с утра. А ты проверял? А что проверить? Огнемета не было? Нет. Ты что, хочешь, чтобы у нас здесь со страху всех перевалил, да? Дай свой. Нельзя нам идти. Что я? Головка? Нельзя. От патефона. Пусть там сверху разбирают. Да пока они приедут, он всех там уложит. Там на улице толпа собралась. В каком говне бывали? 3 года назад, помнишь? Сравнил. Пусть они разбираются. Заложников не было. А нам не надо рисковать. Не знаю, что делать. Не знаю. Учение! Хрен нас, старая! Сейчас глот тебе засветит! Разбежались бараны! Сейчас всю кому в обезьяне тебя кроем! Сука! Сюда идти! Мы дернули! Отопление быстро нужно! Ты же шальная, кому-нибудь в голову прилетит. Пошли со мной. А там на проходной он стоит. Как мы отсюда вылезем? Сребрик! Ну, не трясись, говори. В общем, он на проходной завел с прапором перед ним. Что, проспали бойцы хреновые? Ты еще раз говорил, досматривай, чтоб до трусов! Сколько мудаков обиженных! Они сидят тут. Анекдоты травят, придурки. Короче, по углам ныкайтесь, чтобы на линии огня никого не видел. Есть. Сосал урод! Жить охота! А ребенок не хотел, Никита! Проходной. Сука, и не подлезешь? В говне по самые уши. Какие мысли? Слышь, брат! Я жду! Будь мужиком! Будь мужиком! Мой косяк. Мне идти, да? Да стой ты! Крыса здесь, что ли? Он тебя грохнуть хочет, а не отшлепать. И мне нельзя! Я обойду. Может, уболтаю его. А если не получится, сам. Добро. Все в конце коридора. У меня за спиной. Не рыпаться, пока не скажу. Воду. Я с тобой говорить не буду. Урода этого у меня сюда! Да ты успокойся, мужик. Ты сам по сути. Ты же угрохнуть хочешь. Ну как я тебе его отдам, а? А этих не жалко? Я тебе слово даю. Мы его посадим. Ты сначала погоны с себя сорви, а потом мне слово давай. Я вам, скотам, не верю никому. А ты погоны мои не трожь. А ты кем работаешь? Слесарем, наверное. А я 20 лет под пулями ходил, чтоб ты мог спокойно сортиры чистить, да котлеты жрять. У меня к тебе претензий нет. А у тебя ко мне какие, а? Или к ним? У них, между прочим,
между прочим, тоже семьи есть. Хватит мне зубы заговаривать! Урод этого, веди! Соболев! Да. Идешь? Иду. Ну что, мужики, на пол? Толпу на улице разогнал. Быстро! Уносите. Товарищ полковник. Подожди. Ну что стоим, как на линейке? Рабочий день не кончился. Давайте. Давайте по местам. Ну чего ты размазываешь по всему полу? Чего сопли-то распустил? Пойдем. Ты тоже. Протокол не составляй. Угу. И зайди ко мне через полчаса. Угу. Почему мужика не грохнули? Я вас спрашиваю! Ты бабу ломал на отказ? Да. Жестко? По-другому не вышло. Потом прибежал мужик с ружьем. Так вот этого мужика надо было валить сразу после Бурлакова. Ну, неужели не доперло? Дети. А не много ли крови? Она с тебя началась. А мной бы и закончилось. Я никого не просил этих бедолаг на отказ давить. Пошли вы нахрен оба! Сяду. Куда ты сядешь? На толчок? Хорош зубы скалить. Мужика надо убирать. Прямо сейчас. Отпишем, что грохнули при задержании. Баба где живет? Вы что, мужики? Вы охренели, что ли? Я тебе сейчас все объясню.
вечеру приедут шакалы, а тут стрельба и трупы. Что происходит? А то, что замначальника РОВД сбивает ребенка насмерть. Через 2 часа мать ребенка подписывает признание своей вины. Вроде как не углядела. А потом отец вырывается в отделение и убивает оперуполномоченного. Вот. Их допросят. И только хуба! И вам! И мне! Я был в камере. И никого не трогал. Надо будет свое отсижу. А Бурлаков у вас на совести. Упертый. Паш, ты вроде поумнее будешь. Сделай красиво. Красиво. Там же этот. Паша, не будь скотиной. Ко мне в кабинет. Выполняй! Руки! Сам. Задержанный Гуторов, убит при нападении на оперуполномоченного Бурлакова. Кто хоть слово вякнет, за собой утащу. У меня на каждого говно есть. Не первый день работаем. Расход. Старков, Рябцев, ко мне. В морг увезем. Так, по крови не ходим. Весь коридор потом мыть. Давай ты за руки, а ты... Ну, держи, что ли. Я держу. Ну, бери. Я беру, ты не видишь. Внимай. На нары кладите. Тополь, приберешь тут все. Вот. Адрес Гутерова, быстро. Кого? Хрена у него. Матери, ребенок, ну? Ты, а, ну, не упал. Слушай, награды. Да ну да. Ну а кто еще? Все,
Машину. Энергетика 21, квартира 84. Начать машину смог. Чего? Бегом, блядь! А машину нужна? А ты на руках понесешь? Я на дежурке вести надо. Заляпаемся. Ого, течет до сих пор. Вань, машину погоди. А хорош галдеть. Просите. Подевайся и на выход. Бегом! Я сейчас мужа позову! Бегом, дура! Куда? Сапоги надень! Бегом, бегом! Бегом! Машина у подъезда! Что? Садишься назад и голову не поднимай. Пока я не скажу. Не бежать, не визжать. Чтобы вообще никакой байды. А то по башке получишь. Поняла? Бегом, бегом! Этаж какой? Третий поход. Вперед, вперед, вперед! Рот на замке и ни звука. Не выпускать никого. Ир, это чего? Че за херня-то? Че ты делаешь, коньё? Я не могу! Я тебя встречу, я тебя все вытарю с тобой, волонтера! За мной. Слушай, молодец, да?
Дай полтинник, а? Уйди отсюда, рвань! Да что ты ломаешь? Уйди, я сказал, ты туда хочешь? Что ты орешь, блатной, что ли? Я тебя сейчас пристрелю, ты понял? А, испугал, ёпты! Здесь будь! Пошел нахуй! Я же вижу, что он стоит! Вали, я сказал! Стоит, орется! Ствол на землю! О, нихера себе! Да вы чё, мужики, хорошие? Да ну вас нахер устроили тут цирк, блядь! Сюда бегу! Это зачем? Мужа твоего убили. Может, он уже за район выскочил? Это не наше дело. Наше дело стоять, а там разберутся. Ну и сколько нам тут стоять? Сколько надо. Я сейчас. Да. Говори. Ты лучше вернись и отдай ему бабу. Говори. Чё говорить? Ты в бегах с оружием. Свидетеля увез. План перехват, стрелять на поражение. Вот такие дела. Почему в городе не тормознули? Чтобы понятно было, что ты ноги делал. И бабы в городе не с руки валить. Лишних глаз много. А за городом, считай, ты ее грохнул. Найдут в канаве и доказывай потом, а может и не найдут. И меня тоже? Само собой. А ты как думал? Слушай, кончай херню и маяться. Вези ее в отдел. Ты что с ней делать собираешься? По лесам прятать? Довези нас до области, в ОСБ. Чего? Да ты что, охренел, что ли? Ты вообще понимаешь, о чем просишь? Я что, сам себе враг? Это ж я ей наливал. Протокол моей рукой подписан. Ты посмотри, сколько крови. Так вот именно. И никто же этой крови не хотел. Все для тебя делали. Теперь за чертой. И делать нечего. Надо без оглядки. Либо еще один труп,
либо все на смарку. И нас еще закроют до кучи. Отдай ее Коршунову. Я не могу. Слушай, я с тобой говорю только потому, что ты ни разу никого не кинул. Но если ты ее не отдашь, мы с тобой на разных берегах. И до области ты не доедешь. Все. Ну и что мы тут делаем? Расклад такой. Из района нам не выехать, знаю. Но раз обложили, то и мне терять нечего. Так что на курок нажму, ты не сомневайся. Хотел в ОСБ отзвониться. Меня ж теперь беглый, кто мне поверит. Да и поверит, если свидетели нужны. А свидетель у меня один. В этой комнате. Так что, Толя, вот что делать будем. Звони в область и говори, что я здесь, матерью ребенка. Ну и всю ситуацию в красках, как было. И пусть они на всех парах сюда выдвигаются. Ну а мы их тут у тебя в гостях подождем. Ты соображаешь, что будет? Ты думаешь, тебя скостят? Сядем все. Посидим. За дело. У тебя что, крыша уехала? Приехала. Звони. Ты творишь, Серега? Из области до города часа три. Сюда еще час. Вздремнуть бы. О, проспись. Башка светлее будет. Да с головой у меня порядок. Сказал уже. А я и вижу. Люди тебе помочь хотели, а ты в яму. Мне такой помощи не надо.
Правда? А что ж ты сразу не сказал, что сядешь, когда пацана-то сбил? Ты эту кашу, блядь, заварил, людей подставил, а теперь совесть проснулась? А Пашу никто не просил. А Пашу просить ни о чем не надо. Он где свои, где чужие крепко знает, не то что ты. Что ему было делать после Бурлакова? Тебе, значит, за пацана 5, а ему 25 строгача? Ну давай! Давай! Ребенка, мужа, ее тебе! А че ты горло-то дерешь? Че ты кочевряжешься? Все ты понимаешь. Ну и скоты вы все. Как вас только земля носит. Да так же, как тебя. Если б твой муж сбил кого, ты бы его в ментовку потащила? Вот. По одной земле ходим. Так что не фыркай. Ну а ты? У тебя жена родила, а ты хернёй маешься. Кому ты что доказать хочешь? А ты один человек, что ли? Все люди. За чертой все звери. Мир не переделаешь. Толя. А дальше-то как жить? Мужики, не надо! Если что, Меркулова завалю! Слышите? Все целы? Да! Саня! Варяг! Живой? Нормально вроде. Никита, ты? Я! Сильно задело? Царапина! Мужики, не лезьте на рога! Я знаю, за что рискую, а вы нет! Кошиного зовите, с ним базарить будем! Да ну его нахер, мужики! Уходим! Херня ты сидишь! Уходим! Вышло. Иди сам с ним добазаривайся. Ты чё, скажи, нормально? Эй, он из-под ареста сбежал! Мозги ебать не надо! Смотрите. Тебе баба нужна, а не он! Убери руку. Да нас, мы из-за тебя под пули не полезем! Порядок. Пошли! Сам знаю. Давай, погнали! Давай быстрей!
сам грохнешь и тело спрячешь. Пальцы не трогай. Уверен? Уверен. Сейчас еду в больницу и Надю твою, ребенка нахрен. Ты меня понял, товарищ майор? Вот такой денек, Паш. Что Шакалов рассказал? Все. Все, как есть, про все наши подвиги. Долго башке представят, еще не то скажешь. Ты чего, Паш? Газ-то провели? Ага. Докажет. Пулю в колено хочешь? Дыши. Thank you.
весь день мучаюсь. Ствол. Шакалы часа через три приедут. Беги. На Меркулова не надейся. Надо было там ее грохнуть. На дороге. И Толя был бы жив. И Бурлаков, и дурак этот с ружьем. А я пожалел. Мудак. Мужик, ты не до Рязани? Куда тебе? Там на строителей роддом. Давай.
Thank you.